тебя 8 лет. Нет. Да, и сегодня славная Колечка в день своего 8-летия пожелала побывать на дальнем Дальнем Востоке, в далекой стране Японии. Но, чтобы туда попасть, мы же будем там поздравлять Колечку, да? Поэтому нам нужно выучить хотя бы два слова. Кавай. Давайте повторим. Кавай. Кавай – это означает милая. Давайте посмотрим на Колюшку. Кавай. Она у нас очень милая сегодня. Кавай. Поэтому давайте еще раз все вместе скажем по-японски, какая у нас полинамилая девочка. Раз, два, три. Кавай. Так, пускай мальчишки скажут это слово. А ну-ка, мальчишки, соберитесь вместе. Соберитесь вместе и похвалите мою именинницу. Скажите, какая она милая. Раз, два, три. Кавай! Ну, вы это как сказали. Кавай, как это такая солдатка милая. Она такая женщина. Скажите это нежненько. Раз, два, три. Кавай! Сейчас сразу выберем, кто же самый нежный у нас японец. Скажите. Ах, чудесно, скажите. Отлично, скажите. Кавай. И девчонки нежно поздравят. Кавай. Так, ну что же, милая, выучили. А теперь давайте выучим, как будет поздравлять. Это уже слово сложнее. Омодето. 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 Омодето означает поздравляю. И давайте вместе скажем. Раз, два, три. Омодето. А громче. Омодето. А теперь все вы знаете, что Япония – это страна восходящего солнца. И чтобы попасть, переместиться нам в Японию, мы должны пройти через солнечный портал. Поэтому быстренько все встали за Колюшкой. Встали за Колюшкой. Так, встанем вымышленное солнышко. Это у меня спряталось. Мы представим, что наше солнце – это...
здесь оставь. Кавай! Давайте еще раз дружно скажем. Кавай! И с днем рождения запомнили уже? О-мэ-де-то! О-мэ-де-то! Отлично! Так, ну а теперь в честь дня рождения, в честь восьмилетия нашей славной Полины должны расцвести на веточке очень красивые цветы. Да! Кто знает, что самое красивое цветет в Японии? Сакура! Сакура Лёва знает, он, наверное, бывал в этих краях. И поэтому в честь дня рождения нашей славной Полины должна зацвести сакура. Посмотрим, у кого же она зацветет быстрее. У мальчишек. Мальчишки все собрались на той стороне скорее. А девчонки все собрались тут возле Полюшки. Да, но у нас мальчишек нет. Поэтому Полюшка поможет своим славным японским друзьям. Хорошо? Договорились? Да, нам понадобятся веточки. Так. И помощь твоих взрослых. Мы можем позвать мама твоих взрослых поддержать? Или мама может поддержать? А это сейчас я вам расскажу. Будьте терпимы. Так. Можно раз на минуточку? Моя мама! Да, мама. Так, итак, славная Полюшка, эта веточка сакуры будет ваша. Девчонки, эта веточка сакуры будет ваша. Да, а теперь быстро встали за своими мамами, за своими веточками. Скорее, ну вот туда, за веточками. Где ваша команда? За маму, за маму, за маму, за маму. Пойдем, за маму. Так. Вы знаете, японцы сильно быстро бегать не умеют, потому что у них тапочки на большой подошвочке. Подожди, малыш, нельзя. Поэтому сейчас первые игроки, Полюшка с этой стороны. Кто у нас первый игрок с этой стороны? Да, нужно сложить ручечки. И быстренько подбежать вот туда. Ручки сложили, 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 ручки слож
рождения Полюшки. Пусть она тоже будет всегда такая красивая. Так, ну а теперь давайте сфотографируемся с нашими собрами. Полюшка становится вот здесь. Мальчишки быстренько прижались с двух сторон возле Полюшки. Так, вот так мама выстреливается туда, да, сфотографироваться? Полюшка, вот так. Вот так все стали быстренько. С я умею танцевать. Сейчас. Полюшка, откройте, какой полюшки шарик. Так, раздайте каждому шар. У кого будет шар, тот получит денег. Давай. Если вы научитесь управлять шаром, значит, вы потом сумеете станцевать без него танец. Давайте. Так, у всех есть шарик? Да. Теперь нам понадобится, конечно же, веера. Так. Держите. Умело управлять руками. И если вы научитесь управлять шариком, то вы и научитесь умело управлять руками и потом сумеете станцевать танец веера. А ну-ка, покажите, как вы умеете. Ну-ка, попробуем, давайте повыше. Смотрите, Давайте посмотрим, как Полюшка нам красиво станцует.
приглашайтесь на сцену. Подожди, сюда. Вот, поднимай. Алена, не заходи в отель. Он будет дальше биться, дай секретик спрячь. Секретик спрячь. Может, хочешь компотика попить? Что-что? Хорошо. Не тряси, не тряси. Поехали! Как боевые искусства! Рёва на воде, дрова, рёва на скале! Классно! Лёва тогда танцевал. Иди, теперь ты по... Ну, придумайте что-нибудь, как получится. Иди, иди, потанцуй. Для Полюшки танцуют её подружки. Подружки готовы? Иди, садись на стульчик зелёный. Может, ты Полюшка смотришь, а меня тогда Полюшка смотрит. Подружки готовы? Постарайтесь для нашей подружки. Удобно.
Я украдаю! Я тебе показываю. А ну на минутку, сиди на диванчик. А ну-ка на минутку, сиди. Вот она уже моя сама. Но я Алёнушка, идём, Алёнушка. Идём туда, скорее, там рыбу ловить, быстрее. Иди стройся там, да. Да, нужно, показываю, побежать. Подожди, дружочек, постарайтесь, это вот тут колечко один на... На крючочек, да, это не так уже просто. Вот, одеваем на крючочек. Молодец, и несем свою команду рыбку. И передаем другому, понятно? Yes. Так, ну-ка, Юзи, делай, готов? Да, я тебе помогу. Папа, подожди, господи, ты слишком маленький. Oh, yeah.
Ты что туда полезла? Кися мала. Вылазь. Наши роли. Мы представим, что вот этот кусочек, первый кусочек, это морские водоросли. Нори они называются, нори. Мы берем морскую водоросль. На морскую водоросль мы ложим рис. Мы ложим рис, видите? А поверх риса мы должны положить красную рыбку. Красную рыбку. Потом мы должны резинка это замотать. Одеть резиночку, и у вас получится вот такой ролик, и положить его вот сюда. Понятно? Готовы? И раз, два, три, поехали! Давайте, кто быстрее? Давайте, давайте, друзья, ну-ка, кто быстрее? Лёва, да. Поставь. Но прежде, запомните, пожалуйста, сколько лет исполнилось Борюшке. И наша японская. О-мэ-дэ-то. А если нам понадобятся японские тапочки. Они называются гекко. Гекко, запомнили? Борюшка, вашу ножку очаровательную. Японцы, они быстро не ходят, Полюшка. Вот так, подождите, чтобы были больше в образе. Будет, что нам будет? Красавица, подождите. Ой, папа, 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 просовывайте, сами давайте. Подождите, подождите, давай.
Итак, и у нас соревнуется первая пара. Сейчас посмотрим, кто красивее пройдется в обуви, не упадет и же покружится. Готовы? Итак, Коля соревнуется у нас с Давидом. Давид, держите. Если у нас какая-нибудь музыка японская красивая. Мы включим вот этот народную ритмию, потому что это же народная обувь, значит. Так, готовы, друзья? Так, значит, идем на столика. Bye.
Мишка, поздравляем, Настя, мы уже вызвали дух дракона. И давайте скажем, поздравляю по-японски. О-ме-де-то, о-ме-де-то, да. А теперь Полина принимает поздравления, пожелания в честь своего дня рождения. И самые верные друзья уже стоят возле Полюшки. Самые верные друзья выставили. Это самые балованные так. И Лёва, что вы пожелаете Поле в день рождения? Чтобы она поехала в Японию, в Китай, в Россию. Поля много путешествовала, да, вы хотели пожелать? Да, хорошо. Роман, что вы желаете Полине? Одно красивое слово, какое она должна быть? Она должна быть отличница, значит, умна. Ваше желание? Должна быть красива. Ваше желание? Умная. Ваше желание? Ваше желание? Она няшная? Я не няшная. Да. Ну что же, а теперь сделаем круг вокруг поля, потому что у нас должна прозвучать песенка на японском языке «Белый крокодил». Раз, детки. Я весь снимаю всю жизнь. Я смешно танцую. Будет вот эти похоже, что пойдешь мяско. И овощи, там, кстати, овощи новые свежие принесли, одну типа мне говорят, беги посмотри на столе. Эй, ты что тут нашла маленькая?